Что тут случилось? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Оп! Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Сможешь его опустить? Вперед!
Есть! Чисто! Сын. Да. Хорошая идея! Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет ведро приношения и вешает повыше от ворот. Старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Уйдет на дорогу до горы. Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Нападать будем? Yeah!
Фу! Синиста! Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Сын. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл и в незнакомых. Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук.
Как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. Тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Смотри, наверху! Кто-то ломится сюда! Кто-то ломает стену! Yeah.
стену! Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Пис.
Мы пойдем на это жуткое пение? Для твоих стрел стреляй! Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Ah!
видел. Запечатанный сундук. Что-то хорошее. Что это там? Должен быть еще один. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Не знаю, что мы тут делаем. Здесь есть на что посмотреть. Смотри, тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Куда же? Ugh!
Может, там две цепи? Готово!